Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости на канале Инста ТВ, в студии Анна Касаткина. На европейских торгах давление на доллар США усиливается, что позволяет его конкурентам воспользоваться моментом. Стоит в первую очередь обратить внимание на британский фунт, который сегодня оттолкнулся от минимальных позиций и торгуется по отношению к американскому доллару вблизи уровня 1.33. Напомним, что вчера прошло заседание Банка Англии, по итогам которого процентная ставка осталась на прежнем уровне, как и предполагали аналитики. Однако увеличилось число голосующих за ужесточение курса монетарной политики британского регулятора в ближайшее время. Вероятно, два фактора – фиксация прибыли по сделкам на покупку американской валюты и ястребиный настрой представителей Банка Англии – позволят паре кабель развить восходящий тренд. Евро сегодня также демонстрирует рост, однако здесь он обусловлен в основном лишь фиксацией прибыли по сделкам с американским долларом. Котировка популярной на рынке Форекс пары пребывает чуть ниже уровня 1.1650, прибавив около 1,5% с четверга. Стоит отметить, что макроэкономическая статистика в еврозоне также смогла поднять настроение трейдерам. В Германии предварительный показатель композитного индекса деловой активности вырос в июне до 54,2 пункта после предыдущего роста до 53,4 и аналогичных ожиданий. Правда, в производственном секторе индекс вырос до 55,6 после предыдущего подъема до 56,9 пункта. Сектор услуг тем временем показал хороший результат, поднявшись с фактического значения в 51,1 до 53,9. Композитный индекс деловой активности еврозоны тем временем неожиданно вырос с майского уровня в 54,1 до 54,8 пункта после ожиданий меньшего роста. Частный сектор расширился до 55 пунктов после предыдущего подъема до 53,8, а деловая активность в производственном секторе замедлила рост с 55,5 до 55 пунктов, что совпало с ожиданиями экономистов. На следующей торговой неделе еврозона опубликует важные данные лишь в пятницу, а в четверг состоится саммит лидеров ЕС. Как предполагают эксперты, до этого момента пара евро-доллар будет зависеть от отношения инвесторов к американской валюте. Вы смотрели новости на канале Инста ТВ. Всего вам доброго. До свидания.